Всем привет! Вы на семейном творческом канале, и с вами я, Лёля Вышивальщица. Сегодня хочу показать вам видео отчет о своей работе. Этот набор называется «Грациозный скакун» от фирмы «Белоснежка». Размер готовой работы будет 50 на 61 сантиметр. Вышивается он на конвейере 14 каунта ниточками мулине. Вот что у меня получилось. Почему я решила снять обзор? Потому что у меня отшилось 50% работы. Три листа схемы вышилось, и осталось еще вышить три листа. Работа такая колоссальных размеров, и с ней я участвую в совместном проекте у Людмилы «Мифические звери и места их обитания». Это очень интересный проект. Я обязательно в конце мая, когда этот проект закончится, сниму видео о своих впечатлениях об участии в этом проекте. У нас различные задания нам дают. Мы вышиваем норму крестиков за неделю определенную. В общем-то, все вам расскажу и покажу фотографии, как я участвовала в этом проекте. Ну вот у меня получается такая красота, грациозный скакун. Вышивается очень легко, быстро, в принципе. Ну, встречаются, конечно, одиночные крестики. Но это бывает во всех наборах, поэтому никаких минусов в этой фирме я пока не увидела для себя. Ну, единственное, что схема не очень удобная. Ниточки очень хорошие, они не завязываются в узелки, вообще никак не скручиваются, очень хорошо ложатся. И канва тоже очень хорошего качества, и мне нравится, что канва уже обработанная. Вышилось у меня вот таких три листа схемы. Вот у меня отшился первый, второй лист и четвертый. И сейчас я буду вышивать лист под номером 3. Я очень довольна результатом, как у меня получается. Мне очень нравятся цвета в этой работе, они такие более пастельные. Осталось совсем чуть-чуть, еще каких-то 3 листика. Ну, наверное, это примерно еще месяца 2. Скорее всего, за лето я эту работу осилю. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. С вами была Лёля Вышивальщица. Всем пока-пока.